И пошла мазута. Всем привет, ребят, с вами снова Рима. Сегодня у нас необычный день в игре под названием Arma 3 Altis Life. Дело в том, что... Уже пошла мазута, да? Короче, ивент такой, так называемый, да, ивент, сбор, где пацаны на лодках стреляют друг в друга, и кто первый дойдет до места финиша, тот, короче, батя, вот, получает призы. Поэтому мы сейчас просто возьмем и понаблюдаем за этой шнягой. Ошалеть просто. Это гребаная жесть. Вот сейчас они вот по этой реке и вниз, вниз, вот сюда. А мы сейчас с берега будем. Ага. Понаблюдал, ёпта, с берега. Вот они. Короче, они друг в друга стрелять будут. Запрещено врезаться друг в друга. Вот это запрещено. Очень прям жестко. Уже, я так понимаю, многие поубивали. Поснимали. Интересно, я смогу тпшиться в кого-нибудь? Только надо будет этот... Инвиз. Римас, админка. О, по мне уже кто-то шмальнул. Да. По мне даже шмаляет. Опа. И меня нет. Вот, допустим, вот этого я могу сейчас. Me to target. Да, могу. Смотрите. Давайте, девчонки, давайте, шатайте. Ошалеть, как я вовремя пришел. Посмотрите, какой попа хорошечный. Девчата, давайте, делайте, делайте. Лево-вправо, лево-вправо, молодцы. Не забывайте, что вы должны первые прийти. Меня слышно? Ай. Блин, как я удачно пришел, а? Ты посмотри, как красиво здесь все хорошечно. Блин. Так, по нам, да, стреляют сзади? Имейте в виду. Эх, девчушки, девчушки. Где мои молодые годы? Нихера не слышу, но очень интересно. А что? Вы знаете, да, где финиш? Сначала стрелка, потом победителя. На, нафиг, нет водителя. Просто? Водителя нет. Осторожно, по тебе стрелять слева, слева. Сняли ее. Ладно, давай. Я буду за место водителя. Поехали. А я сдохла, уезжайте. А, все уже, да? Все, я, да, я не могу. Ну ладно, что, этот. Давай. Спасибо. Сейчас на берег. Вас на берег сейчас вытащу. Спасибо. Так, на берег. Блин, жестко, конечно. Девчат-то положили. Бедные девчуши. Плюс один. Плюс два. Вставай! Ты не можешь выйти? О, спасибо. Пожалуйста, давайте удачи. Так, тем временем, что у нас там происходит? Подожди, подожди, подожди. В принципе, они так нормально пошли. Здесь посмотрим. Этот прет. Василий. Драйвер Василий, вот он. Так, ту... вот сюда. Давай, Василий, делай, делай! А где твой товарищ? Или ты один за всех? Он утонул. Понятно. Его убили. И ты его вытолкал.
Ну нормально. Что-то тебя плохо хреново слышно. Нормально. Ладно, давай, удачи. Чувак, друга его сняли, и он его вытолкнул. Это почему броники, бро? Вон, на тебя надет броник, слушай. Шмебризер. На таран нельзя, нельзя на таран. В смысле нельзя? Кто сказал таран? Я ничего не говорил. Таран нельзя. Вы что, не слышали, что ли, правила? Да слышно, слышно. Сын, она сейчас что-нибудь заспанит у нас. Я тебя сейчас появится по-любому, если будете подними на таран пытаться. Римас, пожалуйста, подними нашу. Кого? Нельзя, а нет, нет. Ну, пожалуйста. Ну, сейчас стена появится, я тебя прошу тебя. Ну, это первое место выбито. Нельзя, не положено. Да вот просто давай, ребризер не одел, задохнулся. Нормально, нормально. А вот, это ваша проблема. Так, я вылазю. Так, вылезли. Что там дальше? Кто, кстати, будет победителем в этот раз? Посмотрим. Боб какой-то есть. Боб. Боб. Кры... Чё? Кра... Кры... Кралыч. Боб Кралыч, ёпты. Топи, бро, топи! Вытолкай своего друга и вперед. А, помогите, пожалуйста. Истекаю кровью. Это вы его, блядь. Сука, ну, блядь. Вы его, блядь. Вы его. Сука тупая, блядь. Что это за херня была? Дмитрий Собер. Сейчас посмотрю вот это. Я думал, это у меня глюки. Чё там? Чё это было? Чё это было? Ну-ка. Осуждаю, блядь. Здорово, чё это было? Осуждаю, да, рассказывай. Не-не, давай сейчас мимо кого-то будем. Проезжать будем, херачить будем. Сейчас. Там есть кто-то впереди? Нет, пока ещё. Мёртвые. Нет, пока ещё нет. У нас много приколов есть. Жесть. Сейчас я включу. А вы чё этот? Вы уже убили кого-то, да? Я так смотрю. А, у тебя тут раненый, тебе, да? Тебе когда-нибудь давали чапаля со скоростью света? Нет? Нет. Нет. Не давали. Да у меня вот водителя убили, я его везу. Я понял. Так скинь его и все. Зачем он тебе нужен? Нет, я к одному сажусь, я говорю, ой, я говорю, я к одному сажусь, он там то перепрыгивает, то стреляется обратно. Я говорю, а где второй? Да, его убили. Я говорю, и ты его скинул? Ну да, говорит, лишний груз. Я говорю, нормально. Мы гоним на старт. Там уже почти некоторые приехали. Думаешь? Ну да, у меня вот в команде, которая есть люди, вон вижу, они к старту подъезжают. Да, кстати. Так, ладно, удачи, ребят, давайте. Давай. Goodbye. Нам уже к старту кто-то это. Что там? Воу! Вот они первые, да? На все три. Стой, раз, два, три. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно труп? Можете поднять моего бойца, пожалуйста? Так, а кто это? Как его? Ой, блядь, он че утонет быстрее. Топи его. Да он в приблизере, все нормально. Топи Влад, его! Влад, и я хотел тебя убить, но у меня патрон не было. Ух ты ж, сучка. Ара, можешь подлечить? Аптечка есть, Влад? Блядь, и так везу, что я патроны получил. Самая тема, понял, Алехандро, в чем? То, что мы взяли лодки правильные. Лодки тебя взяли. А что, есть неправильные лодки? Нет, типа, но там просто как-то. Приветствую вас. Приветствую, категорически полностью приветствую. Прям. Бородатый, мохнатый, огромный привет. Первых трех убивает. Кто-то убивает перед нами. Я говорю, вообще, давай договоримся. Ваше первое место, наше второе, вы зайдете. А я и не жду. Я всегда желаю всегда хорошего. Я прибыл, да. Серьезно, у тебя видео есть? Да, ничего. Тоже не дождетесь.
Правильно. Так кто победил, я не понял? Мы вчетвером. Они одновременно приехали. А я. Так это сговор? Нет. Здравствуйте, привет. Ты прям как я, смотри, пузо какая хорошечная у нас, да? У меня был пех выбит, у меня патрон не было. Ошалеть просто, а? Это называется депутатский мамун. Знаешь, да, такой? Можешь подлечить, пожалуйста? Не, это пивной. Так жалко лапшу. Пивной? Не, я пивной не пью. Они, в смысле, там он еще едет, проезжает мост, кричит. Мочи их, мочи, едут, мочи его. Мы первый раз ивент выигрываем, говорит. А вы тогда выиграли же, да, тоже? Да. Я второго. Тогда Александра выигрывал. Александра, я помню, да. Александра. Александру я его еще как-то назвал, обиделся. Ну, он Алеша, а не Александр. Ну, почему Александру? Александра вот прям... Прям вот латинским, если читать, Александра. Нет, это на китайском Александра. Александрия. Можно тебя Александрия буду звать? Нет. О, ну это даже нет? Более круто Александрия. Можно меня назвать Пидлиток. Как Пидрил? Как Пидлиток? Пидлиток. Пидлиток. Можно просто Пидри. Пидлиток. Ага. Интересно, интересно. Так кто победил-то, еще раз назовите. Вот. Все четвером. А третий что? Вы, походу, все вчетвером херачили остальных, и поэтому победили. Не, да? А я чего, у меня стрелок не занял призовой? Был. Нет, тоже занял. Вот, наверное, не знаю. Ара был здесь? Вон она растает. Я что, зря напарника утопил? Да мусор улетел. А, ты был, да? Он его вообще утопит, поднимите его. Нормально, я к нему сажусь и говорю, о, а где твой напарник? А он умер, я говорю, ты его утопил. Да, говорю, скинул. А это релог. Минус тачка. Гидроудар получил. Ну а нахер, смотри, кто же полетел. Жестко. А это мент, кстати, полетел. Бля, я не могу, лапшу жалко. Почти. Ой, блин. Да, админские будни, ёпта. Да, ты видел, как ты его выцелил? Так, а кто чем занимается еще? Тюм, в голову. Альфа тут ходит что-то, бродит. Бля, Крис говорит, давай я убьем их. Я говорю, давай. А смотри, у меня патрон нет. Еще был укопы, по-моему, да? Я плохо. Кто у нас там победил? Ну-ка, давайте. Официально, официально. Мы хотим поделить награду. Записываю на камеру. Вот, камеру достал, записываю. 4 сектора. Идите ко мне, все 6 победителей. Или нет, там их 5 должно быть. Чего? Почему 5? Вот, потому что один там сам по себе приплыл. По 2 было? Ну я вот. Не сам по себе. Мы его ранили, я его сбросил. Так, вижу. 1, 2, 3, 4, 5. Его напарник Рима сбросил, насколько известно. А, еще чего? Так, в общем... Приз будет очень интересный, но он очень секретный. Ясно, бинтик даст сейчас. Нет, бинтик не дам. Бинтиком, если же голову перемотал. У вас музону банк подкатил. В общем, все зайдете сегодня после ивента ко мне в TeamSpeak, я вам с радостью дам ваш подарок лично в руки. Подними другана. А что с ним? А он мертв. Как его поднять? На ноги поставить. А там где-то разница? Первое, второе, третье место, да? Как зовут? Да, я запомнил, кто. Никрос. Поднял. Ошалеть просто. После ивента или можно меня вылечить? Меня после ивента. Через минут 20 можете приходить. Таким мастером придем. Так, это, короче, был на самом деле немножко тестовый ивент. Завтра будет второй тур этого же ивента, но он будет посложнее, он будет поинтереснее. Объясню, почему. Очень интересно. Нет, то не было очень интересной части. Смотрите. Просто мы с берега реку, по вам еще РПГшкой будут верить. Не-не-не, мы реку усеем разными препятствиями, трамплинами, там еще прочей ерундой, и сложнее будет плыть. То есть у каждого будет шанс, кто более аккуратный, проплыть дистанцию, и будет у кого-то шанс наоборот, не знаю, там столкнуться с какими-то препятствиями, кто-то кого-то обгонит. Потому что сейчас вот все вышли на одинаковую крейсерскую скорость, в принципе, и там дальше было не совсем интересно, мы просто плыли. Завтра мы этого не допустим, завтра будет поинтереснее, поэтому приходите, вот. И будет уже, думаю, все пушка-пулемет. Ара, ну вопрос, моего напарника убили, я один прибыл. Напарник все, отлетает? Напарник, получается? Не, я же в начале ивента говорил, что вот как стартовый экипаж был, кто был твоим напарником, я видео записывал, потом пересмотрю. Я! А, шучу. Ну... Перси. Рима сюда один подарок. Перси был с тобой? Вася, ты что ли?
А твой напарник на тебя не обиделся за то, что ты его скинул? Главная победа, он же выиграл, все начал. Ну да. Ошалеть, как красиво, а? Ошалеть просто. Подожди, я смотрю тут. Ух, Римас. Где мои молодые годы? А, чё? Покажи ему паспорт. Можешь паспорт показать? Пожалуйста. Все, спасибо. Ёпта, чё за херня? Кто-то мне обещал броник вернуть. А, вы поспорили, по морде получить, да, и с паспорт покажу. Откуда тебе броник? А, ладно, ребята, это была короткая серия по Arma 3 Altis Life. Завтра будет такой же ивент, только уже со сложностями. Поэтому мы вас все ждем. Ссылка в описании, как присоединиться в Арму. Там любая, даже если ты только зашел в игру, ты можешь уже поучаствовать в этом ивенте. Ну, там реально хорошие эти, как его, призы. Узнайте вы в следующем видео про эти призы. Там нормальные призы. Просто сейчас, ну, такую интригу держим, но завтра вы узнаете конкретно. Играйте в хорошие игры, с вами был Римас. Пишите, звоните, ставьте дизлайки, лайки, я ном-а-ном туда-сюда. Увидимся с вами в следующих сериях на нашем канале. Всем удачи.